И всем привет, ребят, с вами Диак Стройк Стрим. И сегодня я буду делать реакцию, почему я хакер. Алькина, давайте посмотрим. По какой причине я стал хакером и решил взламывать роблоксеров? На самом деле, этому есть одна большая причина и объяснение, о котором я расскажу. Дело в том, что я и сам бывший роблоксер, который пытался снимать только качественный контент, а именно обучение Roblox студии. Но мои попытки были тщетны. Движка. Короче, он снимал, типа, Roblox Studio движка самого. Да, он так-то не особо так хорошо прям это... Как это звать? Плейсы создавал. Так что... Не знаю даже. Ну, обучение, может, какие-то там, да, делал, пытался. Я наблюдал, как люди, делая кринжовый контент, зарабатывали деньги, получали популярность и грязно вели дела. Это начало меня раздражать, ведь для меня, как для обычного человека, очень тяжело смотреть на то, как другие добиваются всего по щелчку пальца, байтами и некачественными видеороликами, а я, делая качество, не получаю ничего. Сейчас у меня есть цифры, но я будто потерял себя, хоть и теперь вы есть у меня. Подписывайтесь, и я расскажу, как я связан с Алькатрасом и прошлыми взломами. А также ближе к сентябрю расскажу, как мне удавалось взламывать роблоксеров. Хочешь получить? Так, это реклама, ладно. Все, это конец, короче. Как его звать? То есть, он, короче, будет рассказывать нам истории. Мы, конечно же, послушаем все эти истории. Так что, ребятки, будем ждать. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. С вами был я, Кстрок Стрим. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч и всем пока!